16 марта состоялся круглый стол на тему «Эффективное управление комплайенс-рисками на уровне хозяйствующего субъекта». Участниками собрания стали представители юридического факультета и Института экономики и финансов Казанского федерального университета. Цель нашего круглого стола – встретиться с представителями бизнеса и поговорить о функции комплайенс в работе хозяйствующего субъекта. Нашими гостями сегодня будут представители ПАО «КамАЗ», ПАО «Нижнекамск нефтехим» и аудиторских компаний. Комплайенс-риски – это риски, которые возникают при несоблюдении организациями определенных законов, правил и стандартов. Ограничения устанавливают надзорные органы. Соответствие нормам в сфере комплайенса обычно касается вопросов экономики и юриспруденции. Также специфических областей, например, противодействия финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции. Для того, чтобы минимизировать эти риски, и экономисты, и юристы находят такие вот точки соприкосновения для того, чтобы, с одной стороны, обозначить, наверное, новый тренд в профессиональном обучении, потому что юрист вот будущего, он кто? Кризис-менеджер или он все-таки вот такой классический юрист, или это юрист цифровой экономики вот с таким набором legal tech, и, соответственно, мы должны понять, кого мы будем готовить на перспективу. Углубление в сферу комплайенса позволит юристам выйти на новый уровень образования. Круглый стол даст ответ на вопрос, кто же такой юрист будущего. А в 2022 году откроется новое образовательное. Юристы не могут оставаться в стороне от функции комплайенс. И мы постепенно внедряем преподавание дисциплин, связанных с комплайенс, в наши образовательные программы. А с 2022 года мы открываем новую магистерскую программу «Антикоррупционная деятельность и комплайенс», куда с удовольствием ждем наших абитуриентов. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз.